Отличный свежий салат из нескольких ингредиентов, которые видны на фото, как то огурцы, укроп, зеленый лук, кинза, томаты и редис. Все очень вкусное, свежее, натуральное, режется и моется, потом кладется в отдельную миску и перемешивается, и заправляется соусом на ваш вкус и выбор. От сметаны до оливкового масла или майонеза. Полностью рекомендую быстро, аккуратно, в качестве закуски и даже основного блюда к мясу. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.